специальном зале организована онлайн-трансляция видео и звука. Прием ведут специалисты, уполномоченные Министерством транспорта. Пришла очередь коллектива предприятия «Старт», одного из крупнейших перевозчиков города-курорта. Им предстоит ответить на 50 вопросов. На экзамен дается 2 часа. В рамках реализации требований федерального закона о транспортной безопасности 16 ФЗ на территории муниципального образования руководителями транспортных предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа по регулярным маршрутам, проводится аттестация водительского состава на знание требований федерального закона о транспортной безопасности. Это обеспечит безопасность пассажирских перевозок в первую очередь. У каждого свой билет. Перед этим водители прослушали в общей сложности 10 часов лекций. В основном речь идет об антитеррористической безопасности, порядке действий в различных экстремальных ситуациях. Вместе с тем перевозчики считают, что многие знания и навыки универсальные. Например, иногда приходится находить общий язык с подгулявшими пассажирами. Наши водители уже будут знать, как вести себя с пассажирами, допустим, с подозрительными пассажирами, неадекватными пассажирами, которые входят в транспортное средство, которые могут создавать какую-то угрозу другим пассажирам, не только, грубо говоря, водителю или транспортному средству, а именно пассажирам. Всего планируется аттестовать порядка 340 водителей, всех, кто работает на внутренних маршрутах муниципального образования. На сегодня экзамен сдала примерно пятая часть. Окончательно работу планируется завершить в начале весны будущего года. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа, регион.